Всем привет-привет, с вами Флешка, и это Женские игры, и мы продолжаем развлекаться на сборочке «Простая жизнь». Да, и сегодня будем прям смаковать изюминку вот этого мода. Сами читайте, как он читается, потому что потом в комментариях, не устаете издеваться надо мной. Короче, какое-то окружение, технология окружения, я не знаю, среды, как-то так. Эта штучка, я, кстати, переставляла ее и ломала все, чтобы перестроить структуру. Нет, достаточно поменять ресурс майнер на ор майнер, и оно замечательно работает. Не обязательно перестраивать все эти блоки. Итак, за несколько часов у меня накопалась вот эта радость, а потом на целую ночь я оставила вот на блоке. И очень долго вот эта мика копалась, к сожалению, очень долго. Так что сейчас можем опробовать наконец-то вот этот замечательный блок, который будет нас бафать вне зависимости от того, где мы находимся. Мне прям очень-очень интересно это затестить. Итак, это у нас задание. Где-то здесь. Или не здесь. Вот оно. Это я выполнила, я умничка. Мне еще досыпали немножечко мики и вот этих черных шардиков. И теперь нам предлагают сделать вот эту радость. Собственно, все блоки для многоблочки этого маяка. Но почему-то сам контроллер нам не предлагают делать. Я не знаю почему, но это уже пускай будет на их совести. Итак, от нас просят 12 hardened machine stone. Hardened stone machine face. 12 есть. И плюс еще надо доделать hardened stone structure block. У меня их есть 5, еще 15, и в результате у нас будет 20-очка. Замечательно, замечательно. С этим я справилась, но теперь самое интересное, теперь надо сделать контроллер. Что же касается контроллера, то тут не все так просто. Во-первых, сюда идет void nullifier, fluid nullifier, дальше end rod, дальше нам надо сделать lightning rod, но это просто. Что еще нам надо сделать? Нам надо сделать какие-то вот такие флаг-скоры из флаг-нетворка. И это очень странная штуковина, на которую у меня почему-то все есть. Я не знаю почему. Откуда я взяла вот этот флакс? Получается бросанием редстоуна в огонь или лаву. Очень интересно. Возможно, я когда-то, когда копала, оно у меня сжигалось и автоматически шло в систему. Я не знаю. Вот честно вам признаюсь, я без понятия, откуда оно у меня есть. Дальше мне понадобится Network Transmitter. Жмак, ничего на него нет. Machine Casing, слава богу, есть. Хорошо, это есть. Дальше мне понадобится на него один Construction Core. 3 advanced процессора и 1 deconstruction. Где моя машинка заказа? Или как я это делала? Core. Вот. Construction core и deconstruction core. Давайте закажем один такой. И один такой. И что-то, видимо, у меня сломалось. У меня что-то сломалось, ребят, в этой всей структуре крафта. А вот мой мониторчик. Что-то пошло не так. Хорошо. Я могу cancel all и запросить что-то попроще. Давайте запросим advanced процессоры в количестве 3 штук. Вроде бы все есть. И вроде бы сейчас должно все произойти. Вся магия. Хорошо, с процессорами все замечательно работает. Процессоры готовы. Честно, уже давно не пользовалась этой штукой и забыла, как она работает. Как делаются эти штуки? Они делаются через Basic. Давайте сразу закажем просто Basic процессоры. У меня их есть 3 штуки. Хорошо. Destruction. Start. Available. Start. А ему не в чем это крафтить. Потому что это просто в окошечке крафтится. Почему оно не может это скрафтить, я не знаю.
Но мы здесь отменим и скрафтим это ручками. Ну, вот как-то так. Вот. А зачем я это делала вообще через автокрафт? Кто может понять логику моих действий? С этим понятно. Жмак. Все есть, кроме вот этих странных голов. Странные головы. Мне на них понадобится голова Эндермена. Есть две штуки. Дальше Соляриум. Сиуляриум. 4 штучки. Дальше. Капаситоры. Да, капаситоры. Самые базовые две штучки. И также бутылочки с водой. У меня есть только пустые. Так что раз, два, три, четыре. И пошли к нашей чудо-машинке, которая будет это все делать. Раз, два, три, четыре. Замечательно. И эта штучка настолько умная, что сама раскидывает что куда надо. Куда умнее некоторых. И сразу закинем второй, пускай делается. И вроде бы все с этих базовых штуковин. Но теперь нам надо будет переделать модифайеры. Модифайер коры. Или нам надо сначала построить с этими, а потом переделывать. Сейчас мы посмотрим, что у нас есть. Так. Модифайер коры. У меня, кстати, есть хейст. Просто модифайер кор. Отлично. Нам надо собрать сам контроллер. Есть. Хорошо. И придумать, где мы его поставим. Вот это очень хороший вопрос. И кажется, тыкать на него надо сверху. Где я тебя поставлю? Честно говоря, я могла бы в одном из домов его поставить. И ничего страшного не было бы. Можно было бы в парке поставить. Но не хочу. Блин, где же тебя приткнуть-то? Вот книжечка мне подсказывает, что он будет 5 на 5 и высотой 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Почему-то такая несимметричная, я не знаю. Раз. Вот тут его надо ставить, да? Раз, два, три. Возможно, он даже одним блоком не будет касаться земли, но меня это не сильно смущает. А теперь... Да, одним блоком не будет касаться земли. И вот у меня такая разноцветная пирамидка. Или перестроить все-таки. Убрать из инвентаря вот эти разноцветные блоки. Или пускай будет. Пускай будет. Итак, у меня здесь есть 4 апгрейда. У меня сразу автоматически хейст вставился. Ой, а может ее вот здесь? Или прям над ней солнечную панельку строить? Интересно. Вот такие странные песочные часы у меня получились. Смотрите. Солнечная батарейка, которая запитывает батарейку, которая питает сам маяк. Но у меня здесь стоит буквально один апгрейд на скорость копания. Это, конечно, круто, но это не то, что я бы хотела. Я бы хотела постоянное насыщение. Вот что я бы хотела. И это... Этим я сейчас займусь. Итак, где тут мой saturation? Вот saturation. Он делается с этого modifier core. Мне понадобится 2 золотых яблока. И мне понадобятся вот такие вот фрукты. Отлично. Они, наверное, у меня даже были, но есть. С этим понятно. На мне также постоянно какие-то резистансы висят. Это от костюмчика. Я бы еще хотела night vision. Water breathing это, конечно, круто, но я бы хотела night vision. Night Vision, вот, жмак, есть. И у меня есть еще один буквально слот, который я могла бы заделать себе. Давайте сделаем еще один базовый этот. И что бы я хотела сделать? Наверное, регенерацию. Почему бы и нет? Regeneration.
У меня вроде бы должны быть. Давайте возьмем таких и таких. И посмотрим, с каким сработает. Жмяк. Есть. Регенка. Отлично. А теперь осталось только заменить эти блоки в структуре. Я, правда, не знаю, зависимость того, количество модификаторов влияет ли на потребление энергии. Ну, в общем. Итак, у меня сейчас только haste висит. Забираем этот блок. И ставим сюда, например, регенку. Шмяк. Где моя регенка? Вот. Но мне теперь регенка. Отлично. Надо дать структуре секундочку, чтобы переформироваться. Night Vision я хочу. И Saturation. Все. О еде можно не думать. О темноте можно не думать. Сразу, видите, как-то визуально поменялось все. Все, у меня есть целый набор бафов. И чем выше структура по уровню, вот смотрите, вот наш нано-бикон. Это у нас первенький, совсем первенький, у которого только 4 слота под модификаторы. Второй, у второго уже 8, 12 и 16. То есть вы можете впихнуть, например, 5 кубиков на регенку, и у вас будет регенерация 5. Вы себе представляете, что такое регенерация 5? Я себе не представляю, что это за зверь, который будет прям постоянно вас отхилить. Все, я могу забыть о еде, это прекрасно. Это просто прекрасно. Также я могу забыть о факелах. Вот. Это замечательно, это безумно меня порадовало. Последнее задание из этой веточки, что осталось, это, собственно, у нас Лунар. Лунар контроллер, его не просят строить, ну, поэтому мы не будем его строить. Итак, мне нужна лунар панелька, мы уже все на нее сделали, вот эти штучки, и осталось только вот сделать еще вот эту штуковину, только я не знаю, есть ли у меня ляпис. Ляпис? О, я забыла остановить ферму. У меня теперь много ляписа. Кому-то ляпис надо? Пс-пс, пацан, ляпис надо? Могу отсыпать недорого. Да вообще за даром бы отдала только. Оп. Все. И, ну, честно говоря, очень странно. То есть это аддон к этому моду. Но он не описан в книжке. И, по сути, вроде бы по аналогии можно делать, да? Взять те же блоки, что шли на ту структуру. И будет вам вот такая лунная панелька, которая будет давать энергию ночью. Хотя, если поставить приличный бафер, то и эта панелька хорошенечко справляется. Видите, она время от времени в минус. В минус плюс, в минус плюс. Было бы интересно, сколько она... Давайте мы сейчас сверху перекроем... вот disable сделаем и посмотрим, сколько она жрет в тик. 600, где-то 600. Ну, смотрите, прилично кушает. Давайте откроем ей. Input. Все. Вернулось в свое состояние. Ну, мне нравится. Вот это, наверное, одна из самых крутых штук. И радует, что к ней нельзя добраться прям сразу сходу. Вы сначала должны сделать вот эти два майнера, которые, ну, еще их запитать, которые будут заниматься вот этой радостью. Круто! Круто, круто и прикольно. Очень хороший мод, как по мне. Еще что я хочу испытать, это работает ли оно в других измерениях. И для этого мы сейчас с вами полетим в Аромамир. Почему бы и нет? Мы с вами в Аромамире, и все так же на мне висят мои бафики. Они будут висеть до тех пор, пока у вас подгружен мир. Давайте еще слетаем, например, в Энд. Я в краю, у меня Night Vision, у меня регенка, я могу самым наглым образом поприставать к эндерменам. Привет, эндермен! Скучали? Я пришла. Ненасытная флешка пришла вас забороть. Такой вкусный мир. Прям не хочется от вас уходить. Отлично, еще и голов подбила. Супер! Night Vision работает, регенка работает. Я в полнейшем восторге.
Давайте еще под конец, знаете, чем займемся? Есть вот тут палочки из Wizardy. Я что-то в самом начале на них позарилась, а потом как-то отошла. И я не знаю почему. Смотрите, вот. Это Wonderful Ones. Wonderful. Прям wonderful. Итак, нам надо сделать что? Nano Magic. Да? Nano Magic Wand нам нужно сделать. В принципе, у меня все есть, кроме вот этой штуковины. Кроме штуковины из ботании. Давайте возьмем себе парочку лепесточков. Кстати, сейчас и заценим, насколько хорошо работает Night Vision. Ну, есть моя, но я свою тратить не буду. И где-то у меня... все, поняла. Я скинула в систему Living Wood, тот, что там был. Давайте доделаем еще. И возьмем парочку лепесточков. Я думаю, что этих вандов нам надо будет некоторое количество делать. Вот возьму некоторое количество лепесточков и дождусь свой Living Wood. Палочек у меня получилось 3 только. Но не вставляется сразу. Есть. Базовая палочка готова. Ой, а нам в награду еще 3 дают. Замечательно. Замечательно. Смотрите, какое у нас дерево сплетение этих палок. И в принципе нам понадобится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 палок. Пойду еще дерево поставлю. Хорошо, начнем с малого. Точнее, с тех, что поближе к начальным палкам. Что у нас тут есть? Wand of Harvesting, Light, Illusion и Magic Missless. Давайте начнем с Light. Light, Light, Light. Звучит интересно. Как он делается? О, а эта радость делается через... рунический алтарь. Это уже супер интересно. Нам понадобится 2 эссенции угля. Вот почему я не начинала эту штуку, потому что у меня не было всех эссенций. Дальше нам понадобится глоустоун. 2 блока. Есть. Сама палочка одна. И что еще? Нам понадобится XP-шард. Как он делается, интересно. Его можно сделать, а можно через вуд получить. Хорошо, мне понадобится Potion of Freezing. Это у нас снежок на 3 awkward potion. Значит, что нам надо? Nether World. Есть. Бутылочки. Есть. И также нам понадобится снежок. Снежок. Снег. Есть. Осталось только сделать магию зельеварения. У меня здесь стоит вот такое вот чудо. Так. Не так? Смотрите, а его теперь надо поджигать этим Blaze Powder'ом. Офигеть. Просто слов нет. Просто нет слов. Интересно, а палочка-то расходуется? По сути, она должна еще и расходоваться. Это не так, что просто сварил и все. Так, у нас получились awkward potion'ы. И вот фризинг мне, наверное, понадобится один. Или еще где-то будут вот эти шарты. Эти шарды будут просто везде. Понятно. Понятно, можно смело закидывать во все эти штучки. И не расслабляться. Еще куча одежды. Странной. Которая делается просто из цветной кожи. О, звук такой миленький, когда заканчивается зельеварение. Так, не так. Не буду ставить еще одно. Итак.
Два, три. У меня много этих баночек, походу. Но пошли сделаем первенькую. Я, кстати, свою штучку от монстров перенесла ближе к дому, чтобы они мне не надоедали. Так, палочка. Это моя палочка. И что мне надо сюда разместить? Один шард. Палка. Два куска глустоуна. Две эссенции угля. Все хорошо. Оно все распознало. Выдолблю себе один кусочек ливинг. Ну, процесс не быстро идет. То есть манны оно жрет прилично. Но все равно пришел. Да что ж ты? Все? Готово? Нет? Еще не готово. Где моя молния? Все. Молния есть. Отлично. Ей. Во-первых, мы выполнили задание. Можно забрать награду. Но сумочка, это не так себе награда. Но в общем. И давайте попробуем ей попользоваться. Я, конечно, с Night Vision, но все же. Пам! И она расходуется, да, ребятки. Но это способ на расстоянии освещать. Смотрите, какая прелесть получается. А можно ей ударить? Нет, нельзя, к сожалению. Но выглядит симпатично, зацените. Пам-пам-пам. Милота. Просто милота. Но, к сожалению, оно расходуется. Не такое, что прям супер-пупер дешевый крафт был. При том, что надо его расходовать. Но иметь под рукой штучку, которая в состоянии освещать немножко, это очень и очень круто. Хорошо, поехали дальше. Давайте посмотрим на Wand of Harvesting. Закрою дверь, а то кто-то на меня рычит. Итак, Wand of Harvesting. Вот такая вот радость. Делается из Nature Essence. Две штучки. Что еще мне понадобится? Мне понадобится Floral Fertilizer. А так, две штучки есть. И один шард. 2-2, палка и шард. Отлично. 2-2. Палка и шард. Ну, пошли попробуем. Что же это за зверь? И что он делает? А где ты умираешь? А чё он умер? Малыши же ж не должны днем гореть. Странно. И одна палочка, отлично. Ждем. Готова, радость моя. А, тебе палочки надо жмать. Итак, эта штука должна что-то типа наподобие серпа работать, большие площади собирать. Было бы еще на чем попробовать. Ой! Ух ты ж, пух ты ж. Сейчас, сейчас, мужчинка. Или женщина, я не помню, кто-то у меня. Да. Хорошо. Другое применение. Вот я иногда хочу травку посбивать. Ну-ка. А вот для травки самое оно. Вот как... Оу, и листву также сбивает. О, с кустиками так работает. Ничего так штуковина. Пиу, и нет листвы. И все вот с этим забавным звуком. Просто прелесть. Ну, не знаю, насколько ты мне нужен всегда при мне, но... Как... Ну, не поворачивается язык сказать, что крутая штука. Здесь из этой же серии есть штуковина, которая ускоряет рост. Вот это куда более интересный предмет. Сейчас мы на него посмотрим. Только я уберу из рук все свои плоды. И интересно, вот его просят сделать или нет? Так, соберу награду. Эпическая сумочка. Это вам не хухры-мухры. Я ее заслужила. И, собственно, это Wand of Grow. Вот, да, просят его сделать, так что им и займемся. Что на него надо? На него надо уже два XP-шарта. На него надо Wand of Light и Wand of Harvesting. Теперь вопрос такой.
Вопрос такой. Скушает ли оно сломанные вещи? Скушает или нет? Сейчас мы узнаем. И кроме наших XP-шардов, мне понадобится еще два листика из Nature Essence. Что-то я думаю, что поломанные палочки не пойдут. И я зря тут развлекалась и показывала вам, как они работают. Но... Так. Два шарда. Палочка и палочка. Нет. Не сработает, потому что они немножечко сломанные. Обидненько? Ну, как вам сказать? Да. Сейчас я переделаю, сделаю лайт и харвестинг и вернусь к вам. Ну что ж, палочки готовы. Целенькие, новенькие. Два шарда. Две эссенции. Все, запустился процесс. Замечательно. Давайте отковыряю еще один ливенрок. И посмотрим, что это за чудо у нас получилось. И что оно может? Ну как? Я знаю, что оно может, но у него как-то и зарядов мало. А в крафтах оно принимает еще участие? Блин, оно принимает еще участие в крафтах. Получается, want of freezing. Теперь вопрос такой. Надо ли нам его делать? Да, нам его надо делать. То есть, вам придется поверить мне на слово? Что оно делает. Правда? Поверите мне на слово. Оно ускоряет. Как бы он милый, у него всего лишь 128 зарядов. Вот как-то так. Я не хочу переделывать, потому что мне придется еще раз делать две вот такие палки. А вот фризинг мы, наверное, уже потискаем с вами и распробуем. Что нам для этого надо? Нам надо два куска, сама палка и Potion of Fire Resistance, которая у меня, в принципе, должна быть. Это баночка. Я с данжиков натаскала различное количество этих всех поушенов. Вот Fire Resistance. Я думаю, что такая сойдет. Какая? На 3 минуты, да. Именно на 3 минуты. Два куска. Вот эта штука. И также нам понадобится Ice Ice Baby. Ice Essence. Ice Essence в количестве двух штук. Потом еще подопытные кролики понадобятся. Все как всегда. Будем ставить опыты на жителях или же подождем монстров? Как думаете? Так, и теперь палочку. К счастью. Вот, а сломанная опять бы не пошла. Вот опять матрешки с этих палочек получаются. Долго она делается? Ну, приличненько жрет энергии. Ну ничего, подождем. Не ради задания, я бы, наверное, и не переводила вот эту палочку Боунмила на вот такие вот фигни. Но ради книжки, знаете, и не такое сделаешь. Так, у нас как раз смеркалось? Или мне кажется? Смеркалось. И сейчас появятся монстры, хотя можно даже на коровке опробовать. Что, прям стукнуть надо? А я не знаю. А может, на мирных мобов просто не работает? А где немирные? А ну, немирные, выходите. Я тут нечаянно позасвечивала все. Вот, монстры. А! Что? Это на пол снег делает? Я думала, что это боевая палочка, что-то типа вот этот, как этот мод, завязанный на... Уху! Что-то она медленно работает, я вам скажу. Есть мод, завязанный на коре деревьев, вот. А, надо на блок тыкать. Все. А так как я тут уже не вижу блок, то не могу сделать. А если на крайний блок? На крайний блок могу. И себе вот такой вот замерзшую штуковину фигачить. Ну, знаете, если бы оно еще мобов замораживало, было бы как-то прикольненько. А так, ну, не очень полезная штучка, учитывая, что на нее идет... Сначала две палочки, а потом еще одна. Три палки в сумме идет на нее. И так себе развлечение. Но выглядит забавно.
Я зубная фея. Ня. На этом, ребятки, все. В следующей серии мы с вами займемся, наверное, модом по мобоубийству. Вот. Я постараюсь доделать вот этих солнечных панелек, и мы эту мобоферму будем запитывать солнечной энергией. Либо же я перетащу все свои комбашчин, вот эти генераторы. Не суть в этом. Мы попробуем ферму монстров, где, по сути, не появляется ни одного монстра. Вы просто отдаете энергию, как бы платите энергию, получаете лут. Все. Никаких лагов и так далее в процессе не возникает. Очень интересная идея. И очень мне понравилась тоже реализация многоблочной структуры. Куда их впихнуть, я уже не знаю, но мы где-то их пристроим. На этом все. С вами была Флешка, и всем пока-пока.